Хей, йоу, гайс, и как я говорил, я продолжу с того места, где мы разблокировали вот этот странное место. Полную различных тварей. Так, там в основном шипы. А, тут еще попытайся пролезть на самом-то деле. Фух. Тихо. Ай-яй. Тихо, тихо. Здесь главное не спешить. А, они, короче, ориентируются на свет, я как погляжу. А, он плеваться в меня хотел. Эх. Ладно, пополняем хпшку. Залазим с этой стороны. Так, походу мне придется полет, да, юзать. Отлично. Так, здесь проход. Что ты хочешь? Что такое, Томас? Что такое? Что ты орешь? Все, заткнись и сиди. Кошатина пришла, орёт. Так, стоять. Я уже забыл, что я хотел. Можно здесь смотреть. Может, тут двери срез открываются. Так, стоять. Окей. Это место не ломается. Пауки так и лезут. И пипец у меня голдыки. Главное не сдохнуть, а то вот это... Маска ли это или лицо? Хэллоуин Нести это порой очень трудно понять. Как прекрасно иметь лицо, жалко не каждому оно дано. Нет, у кого в королевстве нет лица, я готов услужить. Мастер масок. Маска лицо нужно ли это? Маска лицо нужно ли это? Ли это все или нет, чтобы точно знать, определяться, существовать. Так ты мне что дашь? Окей. Мы открыли просто с вами какого-то нового торговца, получается. И все. Так, ладно, запись идет. Запись идет. Тогда делаем таким образом. А нет, слышите, а там есть? А нет, нету, и потому что я же карту еще не исследовал. Можно пойти вниз. Тогда к боссу. Именно уже пойти тогда к боссу. С ними все понятно. С этими пауками. Я думаю, если у нас получится, в принципе, мы можем даже и грохнуть босса у нас. Блин. Мне очень сильно не хочется тратить это просто наши души. Вот это единственное, о чем я сейчас волнуюсь. О наших душах.
Класс. А ведь я мог пойти, по идее, и... Там снизу пойти, более безопасным путем. Ладно. Сейчас все равно обратно набью. Когда туда дойду. Что, наверх полезли? Да, там где-то лифт открывается. Осознание факта, что это большой кокон. Войти. Выйти. Я не такой проста, как вы думаете. Да не пойму, что это гнездо босса. Войти. Лавочка! Что? Не говорите, что меня убили. Камон. Серьезно? Логово зверя. Классно. Я не хотел драться с боссом. Думал, нужно посидеть на лавочке. В конце концов, меня просто заставили пойти к боссу. Тома, заткнись, пожалуйста. Не заставляй меня тебя бить по ушам. Осмотреть. Печать Холлоунеста. А сверху есть что-то? Ловушка! До хера золота. Я буду, конечно, на самом деле удивлен, если я убью босса. А, Каев! Каев! Классно, классно! Да, 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 да. Как мне обойти эту тварь? Классно. Классно. Как мне ее победить? Я еще плюс сейчас дохну. Делимся. Не, ну такой механикой, в принципе, можно. И отхилиться можно. Ага, жопу соси. Тварь. Мне нужно теперь, чтобы на меня враги нападали. Хотя бы пауки с теней, чтоб я мог отхилиться до файта с боссом. Ай. Thank you.
Чувствую, слышу звуки яйца бьющего. Ауч! Ладно, давайте спустимся сюда. В смысле, я здесь был? И здесь я был. А, то есть я просто пол, да, пробил? И все. Окей, значит... Просто себе сделал быстрое передвижение. О, яичко. Так, отхилюсь. Тухлое яйцо. Как примитивно. Ой, гусеничка где-то рыдает. Уаааа! Привет. Открытые ловушки и пучи. Не, здесь она меня, конечно, ударит сильно. Ну, тактика, с одной стороны... хорошая, типа... Бей съёбы. По одному удару даже можно. Да, только по одному. Долезся. Я долез. Один удар оставался. Так. Замечу, что у меня уже 2000. Да? Так, нет. Так, это выход. Может, не с до босса, это считается вот это просто яичко. А не именно босса-босса. Да уж. Да иди ты в сраку. Я ее там по-дружески бью, она. Я смотрю, что у меня время. Ага. Так, а где у меня еще наподобие такого был жука? Тут тоже где-то недалеко, да? Здесь, кажется. Короче, мне нужно просто ее грохнуть.
Там что-то лежит. Я то, что там лежит, заберу. Плюс у меня хил заполнился. Это единственная тактика против нее, которую я нашел. Все. Больше никаких нету. И в Ютубе вы их не найдете. Не, еще, скорее всего, сверху можно как-то что-то сделать. Но мне кажется, у нее лицо только уязвимое. Угу. Ну, вы поняли. Что это? Кокон паучихи? Ну что, ребят, ладно. Аку, хотя я... Ага. Лавочка! Ух! Thank you! Thank you very much! Лавонька! Боже! Если б ты знал, как я рад тебя видеть. Лавочка, ты моя радостная. Лавочка, ты моя любимая. А теперь можно идти на сраного босса. Или пройти просто прямо. Не, ну, нужно сразиться все равно. Существо, спящее на каменном возвышении. Существо, спящее на камне. Эй! Вы издеваетесь? Типа, есть враги, которых я еще не могу убить. Ура! Это классно. Прикольно. И когда вы мне это хотели сказать, я уже был готов к боссу. Я уже такой разминулся, думаю, сейчас все будет. Ах вы говнюки. Обманули меня, видите ли. Пущие отродья. А я даже им поверил. Думаю, неужели лавочка классная? Угу. Так, здесь быстрое передвижение. Тоже лавочка сломата. Да, автомат, я хочу, ты что, гонишь? Делень. Так, сначала понять, где я нахожусь. Далекая деревня. Поехали, поехали мы с тобою в Грязмут. Купим там все. И пойдем дальше. Если что, я потом туда вернусь. Мы там еще в одном месте не были. Мы еще там в одном месте не побывали. Так, дружище, что у тебя есть новое? Купить. Готово. Так, торговки пойти. Папа надо. Булавка трамвая. Должно быть, это трамвай насыщен чудесным прогрессом. Те древние жуки были теми еще умниками. Эти булавки отлично подойдут, чтобы отметить трамвайные остановки на карте. Окей, пускай будут. Это куплю. Мне не жалко, мне нужно наоборот потратить, чтобы их потом не слить. Клоп, клоп, клоп. Мне нужна способность крылья вообще-то.
Ну, чтоб летать, да, двойной? Далекой деревне. Чтобы я умел летать, мне нужно. Нет. Блин, а если я упаду, это ж ГГ, да? Потому что лифт тут не рабочий. На самом деле это очень. О! Мое сердце, сердце, сердце замерло. Ладно, войдем сюда. И нет, походу я сюда рано пришел. Если со мной не босс не хочет драться, никто. Но зато с одной стороны, знаете, мы нашли с вами сокращение пути. Если надо, мы сюда еще сюда даже вернемся. А что нам нужно сделать сейчас? Это грибные пустоши. Поехали. Мне нужны грибные пустоши. Мысли. Издеваешься? Блин, а что, мне туда получится пешочком самому бежать? Блин, ну это долго. Ну, хотя мы с вами засекали, у нас сколько, за три этих, да, мы с вами добежали. За 3 минуты. Ну, таким, конечно, способом мы навряд ли за 3 добежим. Ауч. Бля, я, короче, уже заблудился на самом-то деле. Куда мне идти? По идее, правильно иду. Подождите, а точно ли? Нет, и пошлите там, где я раньше падал. До конца. Отсюда намного быстрее идти. Сердце Арны Неды. Блин, или я все-таки заблудился? Кажется, народ, что я заблудился. Это... ГГ. А, нормально, добежали. Нормально добежали. А. Да ну блядь. Раз, два, три. Блядь. Как мне эти пауки уже задолбали. Верите? Как вы меня уже задолбали? Так, там большая у нас варына. Так.
здесь отхилиться. Все. И здесь, считай, мы уже дошли. Здесь, считай, мы уже с вами дошли. Да ладно, пускай меня коцает. Я сейчас все равно на лавочке отдохну. Так, карта обновлена. Побежали теперь в эту сторону. Трамвай. Да уж. Трамвай тут так трамвай. Еще да, не одна непонятная местность, куда я постоянно спускаюсь вниз. Мысли. А, тут есть все-таки проход. Классно. Непроходимое место. Они очень редко, часто идут. Они пипец как часто бегают. Так. Ого. Ага. Да, что-то проход точно не для меня. Я хожу, не пойму. О, осмотреть. Так, дверь с порезой в ней вставить в разной, да, ставить. Все, я могу теперь на них ездить. Уи-уи. Что ты орешь? Что? Прекрати быстро. Мне пом... Успокойся. Ты можешь успокоиться, я сейчас тебя выгоню на улицу. Да, тут вон проход есть, все. А ну посмотрим. Так, нажать на светящуюся кнопку, да. Мы едем. Мы приехали. А, стоять. Карты нету этой местности. Ой, я куда-то упал. Что это за место? Какой-то котлован. В
Отбиваются они довольно быстро, ладно. Слышу знакомый голос. Эти пещеры такие старые, прямо такие чувствуются все королевства над нами. Да, громадина еще та. Полагаю, немногие удалось достичь этой глубины. Мы с тобой, можно сказать, первокрыватели, по крайней мере, для новейшей истории. Да, купить карту. А, давайте тогда я это... Древний котлован, там пипец всего сколько. Давайте тогда я убью этого жука. И около нашего друга остановимся и на этом закончим. Тогда поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.